Премьер-министр Серик Ахметов ознакомился с работой столичного специализированного ЦОНа. Он был запущен в сентябре в рамках поручения главы государства. В нем астанчане сдают экзамены на право вождения, получают водительские удостоверения, регистрируют автотранспорт. Центр оборудован классом для сдачи теоретического экзамена по правилам дорожного движения и интеллектуальным автодромом. Все документы здесь можно получить без проволочек и в короткие сроки. Информация автоматически передается сюда. Если он положительно сдал экзамен, она попадает на зону изготовления документов сотрудника дорожной полиции, и он дает разрешение на выдачу, на изготовление водительского удостоверения. После этого водительское удостоверение пересылает в зону выдачи документов, и там гражданин через 2 часа уже получает свое водительское удостоверение. Всего сколько затрачивает? Вот я пришел. 2 часа. Подача заявления. Подача заявления. А регистрация автомашины сколько? Полтора часа, да? Раньше 6 часов было. Премьер-министр обошел и некоторые отделы центра. К слову, с момента начала работы столичного специализированного центра здесь выдали около 4000 водительских удостоверений и зарегистрировали свыше 17 тысяч автотранспортных средств. Центры, они сейчас функционируют в городе Караганда, Алматы, Актау. До конца года откроется подобный центр в городе Таразе. В следующем году еще 4 подобных центра откроются в городах Павлодар, Петропавловск, Кызылорда и Талдыкурган. И в остальных областных центрах появится в 2015 году.